Институт нефтехимических процессов при Национальной академии наук Азербайджана завершил исследование, связанное с вопросом углубления глубины переработки тяжелой нефти. Как сообщила телеканалу CBC замдиректора института Тарана Мамедова, ранее в стране добывалась так называемая легкая нефть, но теперь глубина залегания черного золота изменилась, в связи с чем рассматриваются новые методы добычи тяжелой нефти. Нет. На сегодняшний день уже глубина залегания нефти изменилась, и поэтому состав нефти изменился, и нефть более тяжелая. При переработке более тяжелых нефтей остаются, так сказать, остаточные тяжелые фракции, которые некуда девать, и увеличение их количества приводит к уменьшению глубины переработки нефти. Вот наши исследования направлены на увеличение глубины переработки нефти за счет активации тяжелых нефтей, тяжелых нефтяных фракций под воздействием различных волн, которые позволяют увеличить глубину нефти относительно традиционного проведения процесса на 10%.